Так, что дается в комплекте? Вот контроллер. Его подключили. Это у нас велосипед, это понятно, не в комплекте. Его батареи тоже не в комплекте. Просто подключили, чтобы было видно, что как работает двигатель. Так, здесь вот это не разъединяем, оставляем как есть. Будете на свои провода ставить, ну, по крайней мере, как бы видно, как оно работает. Это датчик холла на ручку. Черный минус, красный плюс, зеленый управляющий. Это кнопка включения. Подожди, тут... Вот, она не подписана, но тут красно-оранжевый, вы видите, как этот сам, потому что китайцы тут ничего не подписывают. Вот, и дальше, мотор подключен так, синий к синему, желтый к коричневому. То есть только в таком положении. В обратном положении мотор будет крутиться, то есть внутри мотор будет крутиться, а сам, само колесо не будет крутиться. Так, дальше. В плюс, плюс-минус, тут понятно, красный плюс, черный минус, до 48 вольт. 36-48. Контроллер на 500 ватт. Вот. Батарейки, ну, как бы 36 подключал, это нормально, как бы более-менее тянет. Так, теперь дальше, ручка газа. Это подарочная, чисто для стендового варианта, чтобы проверить, что он работает, как бы. Ну, то есть, мне что выкинуть, что, может вам восстановить, я не знаю, как хотите. Значит, здесь получается какая ситуация. Если нет магнита, когда мы включаем, мотор раз и сам завелся. Дальше, магнит надо подносить к датчику холла. Вот, мы его поднесли, мотор отпускает. И по мере убирания магнита регулируется скорость. Должно быть два магнита. Один магнит у нас вот на минимальных скоростях и плюс глушится. А другой магнит, когда тот уходит, приходит этот магнит и включает скорость на максимум. Вот. То есть два магнита должно быть. В принципе, лучше новую ручку взять. Ну да, ну это чисто, ну как бы, чтобы для начала... Чтобы было видно, вот, что да. Работает. То есть вот, может, один как-то... в одном полярности он показывает, что вот все, мы выключились. Вот мы кнопку включаем, выключаем, ничего не работает. Но когда мы начинаем давить на кнопку плавно, он начинает изменять скорость.